По оперативным данным, 14 февраля в 13:05 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании мусора на территории Владивостокского полигона твердых бытовых отходов. На данный момент проводится тушение пожара на площади около 500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. Сложность тушения заключается в том, что тление происходит глубоко внутри гор мусора. Чтобы добраться до очагов возгорания, используется тяжелая техника обслуживающей организации, которая раскапывает мусор, после чего пожарными проводится проливка. В тушении пожара задействовано 5 единиц пожарной техники и 15 человек из числа огнеборцев МЧС России и Министерства обороны, а также 14 единиц тяжелой техники от Приморского экологического оператора.